Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Лига Гнойного будет 28 июля, это будет разъеб. Мне кажется, вы пожалеете, если вы не будете присутствовать. Записи с батва не будет, приходите все, кто увидит, тот увидит, кто не увидит, тот лох. Мишка, Настя 12-го. Так вот, разоблачение Федука, если кто-то помнит песню «Запрети мне носить Air Max», мы написали ее, ну как, я ее написал. Уснул, потому что я, ну, выпивал очень много и уснул. Оставил текст на кухне, и вот он по-быстрому записал трек, немножко стрельнул. «Запрети мне носить Air Max». После этого мы с ним немножко поссорились, но продолжили общение, записали совместный релиз. А нет, с LJ'ем дело не имел, я не буду врать, как бы у меня все честно. То есть LJ вообще не принимал участия в наших движухах, это чисто наш конфликт с Федуком. Не надо тут как бы думать. Бывшая девушка Флэш писала мне в директ один раз. Спрашивала. Вот она, Милена ее зовут. О, нет, не здесь. Ладно, ее уже убрали. Как там Слава? Спросил у Славы. Почему Ваня с вами не поехал? Потому что Ваня серьезный артист, ему некогда. Куда не поехал? Куда угодно. Да. Когда фит с LJ'ем? Ну, я думаю, никогда. У нас разные стили. Понимание. Слишком звездный артист. Я со звездными артистами не фитую. Или они со мной, не знаю. Я знаю только бывшую девушку Флэша. Ее зовут Милена. Ее зовут Милена. Не знаю, кто-нибудь знает еще бывшую девушку Флэша? Акинфеев красавчик. Но Настя считает, что красавчик, да. Типа, не знаю, мне руки вверх не нравятся. А вот, короче, с Федуком, смотри, ситуация. То есть он украл сначала у меня... трек. Так было. Дизайнер нужен, конечно. Посмотри на меня. Сейчас я покажу себя. Как вы думаете, мне нужен дизайнер? Конечно, мне нужен дизайнер. Еще пару каких-нибудь штук. Суть в чем, короче? Твои... Блядь, спасибо, братан. Да, конечно, ну, Федук уже доказал, что мои треки пушка. Волшебное место. Ее, вчера на левом берегу побывала. Ты где была? Алые паруса посетили. Это вообще прям кайф. Это лакшери плейс. Район больницы просто пау-пау-пау-пау. Короче, Федук крадет треки, да, ну, он певучий ублюдок, конечно же, он стрельнул. Я не певучий ублюдок, я вот могу только писать эти бенгеры, чтобы их потом использовали другие люди, вот вроде Федука, и ссорились со мной. Это правда. Я никогда не вру, нет, Дом 2, конечно. Меня просто скинули. Миша, Миха, что такое? Ты графоман и нигилист, как, ну, о чем нам с тобой общаться? Мне нужно закрыть и ввести кое-что. Покажи на себя. А, извини. Ладно, ребят, смотрим на Украину и Овсянкина. Кто, кому, кстати, нужен мерч Овсянкина? Никому? Так, ладно, когда я на тебя побреюсь и подстригусь. Он же долбоёб. Почему долбоёб? Нет, ну хороший парень, на самом деле. Очень сложная эта система. То есть, мне не жалко, потому что я... как бы писал эти треки и не особо верил в них. Он поверил, с одной стороны, мне приятно, с другой стороны, ну, не очень приятно, что он их украл. Не очень приятно, что мы записали релиз, и он как бы просто мои куски перепел и выпустил свой релиз. Сумма. То есть вот из-за этого, конечно, неприятно. А так, в целом, ну... Да не трек, дружище, типа, он спиздил у меня, ну, очень много треков. Просто он сейчас этого, конечно же, не пред... Давай обложки делать, конечно... А у меня на самом деле есть чувак, который делает обложки. Давай, может, делать что-нибудь другое вместе. Может быть, продадим. Не знаю. Йоу, мам. Мам, это же ты? Я же правильно понял? Таня Гротер... О, блин, вот это хороший вопрос, на самом деле. Таня Гротер — это топчик. Кто спиздил? Федук спиздил, конечно. Меня больше никто ничего не пиздит. Привет с Машмета. Машмет кайф. Вообще все мечтаю посетить, но не решаюсь. Настя не хочет со мной ехать. С меня поляна. Я буду в 13:53 11 числа в Москве. Если что, можешь мне что-нибудь подогнать. Короче, Федук засранец. Это факт.
И песня «Запрети мне носить Air Max» принадлежит полностью мне, так же, как и песня про моряка. Ее я записал в 2015 году, и он ее перепел. Были ли у меня сольные... Да, у меня был сольный трек, называется «Кусочек, мальчики похожи на торчков, игра там, что-то там». Ну, короче, был трек, он потом перепел, опять же, его Федук там на футбольный манер. Но всегда, Саш, как обычно. Все эта история очень длится годами, как бы, и я уже устал, если честно, объяснять людям всю эту правду. Не знаю. Человек ничего не создал своего, просто берет мои старые куски, перепевает, там что-то переделывает на свои музыкальные ноты. Ну, ладно, мне не жалко, я с рухитами. Нет, розовое вино, не, ну, вот розовое вино, это на самом деле надо признать, хорошо, ну, типа, что это сделал он сам. Но я не уверен, что он не украл у кого-то розовое вино, чтобы вы понимали. Он не украл его, он сидел на Бали, и у него дыхание сдыхалось, но он не мог дышать. И он посмотрел, вокруг реально было очень красиво, потому что он был на Бали. И у него строчки в голове, здесь так красиво, я перестаю дышать. Вот, то есть я знаю эту историю. Он потом скоро приезжал, на самом деле. Не приезжал, какая скорая, он просто напомнил, что это гениально, потому что это правда, это true, как бы люди, когда пишут true, то это заходит, а не какая-нибудь там образная там штучка. Так, на самом деле, сольные треки... Когда ты просто отдаешь душу ежемесячно, очень сложно писать сольные треки, если честно. Потому что они все равно выходят не такими хорошими. Я очень люблю группу «Ежемесячные». Ты, Настю и «Ежемесячные». Ну, батлиц, почему? 28 июля, Лига Гнойного. Мы разъебываем. В Санкт-Петербурге. Клуб «Экшн», ребят. Я люблю любить. Я тоже. Переходите в «Сбербанк Онлайн», играйте переводы. Вот Саша шарит. Саша хуйню не посоветует. Свою группу ВК. Зачем мне свою группу ВК? Ну, там, я только создам Федук спиздит. Зачем это надо? Я уже ничему не верю. Сиськи. Ах, ты хитрец. Сейчас я, короче, перевожу. Понял. Нет, ребят, сиськи сегодня... Саш, я тебе потом покажу один сосочек. Записал. Мельком. Саша Крамушка? Да. Раз про спорт взлетел, то надо записать в каком-нибудь спорте, волейболе или гольфе. А, кстати, я в гольф играл, у меня... С Бёрди вообще попадание отработано на 7-й базе великолепно. В Tiger Woods 2008 я играл. Трек «Ежемесячный заказ» не продается никогда. Такое невозможно. Если только ты не Марафон Бет. Представитель. С ними работаем. Вот. Саша не быду, Саша котик. Пошел нахуй, ты в бан летишь. Курочка. Конечно, Саша обижают ублюдки. Операция приостановлена во избежание мошенничества. Необходимо убираться для подтверждения, пожалуйста, позвоните. Ну, там трехсторонняя должна быть. Пуф-пуф-пуф. Мы, кстати, сегодня видели такую большую птицу, но она была не настоящей. В алых парусах. Они сидели такие. Я просто позвонила, чтобы объяснить, что я не фейк. Какой-то я перевожу деньги. Я перезвонила. Мы не фейк, в отличие от Федука. Кто на номере 320? А, все, господи, 320 надо написать. Все, сейчас все будет, господи. Что происходит? Конечно, Леон, что за вопрос? Ребят, не существует правого берега. Да нет, существует, там есть тартар. Только для тартара он существует. Так, ну, я сделала, из тунца так себе, кстати. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. 3-2-0. Пожалуйста. Федук лучше. Это ты. Ой, все, ты мне надоел. Ты про правый берег говоришь, все, я от тебя скрываю, ты забанен. У нас очень сложная политика. Настя, ну можешь не на громко все это делать? Настя, котик, смотрите, какой. Привет. Что происходит, я не понимаю, реально. Почему я не могу. Ничего сделать. Я не могу деньги перевести, просто перевести деньги в Сбербанк, мне не разрешают. Потому что у Джикаджо нет куплет, потому что это полностью мой трек, просто он певучий ублюдок, а я нет, поэтому я попросил его спеть этот припев. Надо позвать кодовое слово. Вот и все, зачем он там нужен по факту. Ну, типа, Джикаджо очень крутой, он музыкальный ублюдок, типа, я нет, поэтому мы с ним сработались, видишь, как круто он спел мой припев, получилось прикольно. Ну, правда, все равно никто не оценил, но мне очень нравится. Тянучку руками не трогаю никогда. Я и курут не ем, Саш.
Я не такой лох. Е-е-е, только заговорили о ЖК, он присоединился. Пр-р-р, пу-пу-пу-пу. Вот этот пилучий ублюдок. Я ему помахаю ручкой. Е-е-е. Вот, отлично. Как дела, брат? Ты вы разъебали? Скажи мне честно. Я думаю, да. Ай! Я уверен, в принципе, что разъебали. Когда новый материал? Вот сейчас приеду, и у нас будет секретная эпишка одна с одним секретным чуваком. И будет еще эпишка просто так. Про Гарри Поттера хочу писать эпишку. Вот так вот. Ага, да. Ага. Можешь? Почему? Почему Дом 2 не включается? Мы смотрим Дом 2 на самом деле. Ой, ну ладно. Давай. Валах расскажет, что это воронежский Порше обыкновенный. Нет. Это неправда. Там настоящий пичка. Алло. Алло. Ну я знаю, как ее получать. А ты знаешь пацанов с Левобережных? Кто на ЖЭК уже прыгает? Тот не прав по определению. Конечно, у нас есть газ, если что, мы любого зальем. Слава Украине. Мы сегодня за хорватов. Перебываем. Мы готовим салат сегодня за хорватов. Хорваты не пришли, салат не готовят. Мы за поэтому... хорватов! За хорватов готовим салат. Я этих чебапчичей подралась бы с ними целый день. Давай, да, а что, вы чебапчич ели? Что? Вы чебапчич ели? Да, нет, мы... А я нет, сегодня устраивал в сборную Хорватии. Я сегодня Настю устраивал третий день рождения, короче. Мы покупали тортик и катались на катамаранах. И цветочки. Я хвастаюсь. Серьезно, Миш, мы думали, ты помолоденький, а ей уже три? Он про Dead Dynasty. Да, да, но уже мне ее, если честно, устал от ее день рождения. Уже каждый день рождения. Она, мне кажется, скриптониты переслушала просто. Скоро придет время кредитов уже, чтобы ее дни рождения тебя оплачивать. Набежала из-за тебя снова всяких ублюдков, ты пиздец. Ну я сейчас уйду, а ублюдки останутся. Идите за Славой. Мне понравилось, кстати, клип хороший, приятный. Приятно? Да. Там говорят, что ты потолстел, но я вот смотрю на себя и думаю, что не. Ты еще не потолстел. Не хочу быть под жирным боссом. Не, мне знаешь, что нравится? Белый парень на блоге. Мне понравилось, как там текст написали. Там было написано Влад Пием. Бэй-бэй. А мне бы все понравилось, где человек написал. Там мне Бэт Барс Эпоха написал Бэт Барс Эпоха. Бэт Барс Эпоха. Да, вот это хорошо было. Ей-ей-ей. Тебя выебал Оксана. Тебя выебал Оксана, лох. И сразу же мне Пох написал в телегу Бэт Барс Эпоха. В ту же секунду. И это был очередной Бэт Барс Эпоха. Да, Сереж, тебе не подчудилось. Бэт Барс Эпоха. Вот так вот люди утверждают. Где Филечка? Покажите Филечку. Все равно все знают, что за Филечки пришли. Филик. Он сразу голос. О, братик, слышит меня, слышишь? О, малыш. Блин, ребята, давайте вообще жить в прямом эфире. Что нам мешает? Мы просто постоянно ведем трансляцию. Не, мы говорим Бокеру только другие вещи. Не, постоянно. Маленький, волосенький котик. Все время мы порезали огурчики, так что все. А, то есть посмотри, в холодильнике там икра трески, печень трески, вы только ее грамотно используете, она вкусная очень. Подождай-ка от трески или печень. Посмотри на этих ребят. А, это слово? Я безумно дико дуэлил. И там такие пишут, уродки. Ну да, и что? Мы хотя бы треки не крадем, как ведут. Вижу, будто набор три помидора. Смотрите, у нас уже помидоры разбились на молекулы. Фига, как я не пробую. О, это маленькие черри. Разбились на молекулы. Помнишь, как те чудовища в моей игре, когда на коньках вырезаешься? Ух, много маленьких. Скажи, у нас есть торт. Идет торт с чайным? У нас есть торт тирамису. А он такой огромный, мы не знаем, когда мы будем делать. Ого. А откуда у вас такой огромный торт?
Купили сегодня. Но на самом Насте же каждый день как день рождения. Ты не прослушался? Чтобы вы понимали, Слава ведет трансляцию, чтобы не помогать нам готовить, а просто сидеть. Да, и... хорош, я тем же самым занимаюсь, Настя решает другие проблемы, правда, немножко не с готовкой, но суть та же самая, короче. Мне все первые деньги сказали говорить кодовое слово, номер регистрации моей, по которой я была, когда получала эту карту. Скажи, у тебя даже паспорта ничего не было. Да, я уже наизусть все эти данные помню, чтобы подтверждать платеж. Тогда я тоже помню все, я уже сказала им. Даже свое кодовое слово помню. А какое у тебя кодовое слово? Фамилия одна, там, не скажу какая. А, вот не попалась, смотри. Хотел подловить, не получилось. У меня инфузория, туфелька, по-моему, что-то такое. Или туфелька просто, или инфузория, я не помню. Я никогда их не запоминаю, всегда прихожу туда, они просят сказать кодовое слово, и очень сложно. Го ко мне на канал, е-е-е. Ладно, давай, было интереснее слушать твою трансляцию, чем участвовать в ней, если честно. Да, так, потому что так обычно бывает, мне вообще с тобой покупайте футболки ежемесячные. Новая партия готовится к отправке. Синие футболки ежемесячные, осталось всего 7 штук. Восхитительно. Две из них уже забрал за май. Ребята, подумайте, за май забирает две. У вас за май нет, хоть не забирать не будет. Все, великолепный меч. Готовится к отправке и вносит лишь код правки вот этой лапой. Привет Воронежу. Привет левому берегу. Левый берег, только он. Скоро встаньте против правого берега, скиньте их иго. Антихайп. И Ренессанс, Вериальди, Инки. Ура. Так, ладно, ребята, все, сливайтесь. Короче, мне нужна моя ламповая тусовка на 20 человек. Там сейчас много очень. Ого, тут сидеть. Все, давайте, короче, сейчас будет скучно, мы будем смотреть Дом 2, пацаны, вам не понравится. И еще будем кушать тортик тирамису. Курску привет. Курск, е-е-е-е. Давай. Ладно, сейчас мы начнем полную ебанатью. Хиша мудаков на рыжего из реальных пацанов. Да пошел, слышишь, я расцениваю это как оскорбление, ты меня обидел, мне не нравится. Белый парень на боке. Я как будто бы брокер. Е-е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 -
Пошел нахуй. Пошел нахуй. Извини, Настя. Извини, Настя. Давайте, пацаны, смывайтесь. Слава, Слава. Храни. Храни. Украина. Украина. Мне же не мой понравился, что у вас очень прикольный город. По-моему. По-моему. Найс, двойной. Найс, двойной сколько-то. Ладно, я завершу. Ники опопсел и стал... Да, да, ребята, это такая история, на самом деле. Мы теряем одного из лучших рэп-бойцов. Он просто берет и, как бы, ну, переобувается. Он хочет быть как Ники Минаж. Вы хотите это обсудить вообще? Нет? Не хотите? Я как будто бы broken. Слава, мудаков. Вы смешные, ребят. Ура, вы все слились уже почти. Привет. Сейчас закончим, да. Ладно, ребят, кто с Мурманска, кто с левого берега, кто с Нижнего, всем вообще респекты. Машмед, кайф. Очень вас всех люблю. Приходите на Лигу Гнойного, покупайте мерч ежемесячных. У нас в группе есть связь, мы там все продаем. Голый Овсянкин. Я видел голого Овсянкина, но это не лучшее, что можно видеть. Бульвар со мной, наверное, не захочет фит, я думаю. Поэтому я просто сделаю все сам. Все, концерты скоро. Вериальди, да, вообще вообще дико. Когда-нибудь мы для них, для всех сделаем клинику. Ты в зеркало смотрел? Да смотрел я. Ну, господи, что мне теперь, красоваться перед тобой или что? Йоу. Мне Джаз Бар Китчен написал. О. Беларусь отправляете? Да, отправляем, конечно. Хватит, пожалуйста. Беларусь отправляем.
Ладно, все, ребят, всем спасибо большое. Покупайте мерч, любите Славу, я не знаю, там, или Сашу, еще кого-нибудь, Настю любите. Вот она, кошечка, смотрите, какая. Вот она, кисулечка. Если тебе не сосали в 15 лет, то тебе сосут в 16 лет. Ты, главное, верь. На свои не хоти. Все, ребят, всем спасибо, было прикольно, мне кажется. Все. В жопу мерч. Ну, согласен, лучше треки писать. Мне тоже больше нравится. Все, давайте, счастливо всем. Кайф. Я сам не дую уже, не знаю, сколько, братан, а тебе ничего не могу посоветовать по этому поводу. Живи в кайф. Макса Коржа, послушайте, есть... Ладно, напоследок могу сказать, что есть три песни Макса Коржа, которые, в принципе, за всю жизнь расписывают. Жить в кайф, а остальные две я не помню. Но начните уже жить кайф. Все. И респект.